Сегодня 4 апреля, завтра у нас 5 Пасха. И хочу для начала показать, что на небе дождем даже не пахнет. Но сейчас ветер прекратился. Во-первых, вот это вот большое облако дыма, туча, не знаю. Короче, кто-то что-то такое нехорошее палит. Вот, и хочу сказать, что ветер прекратился, и тут сильно очень нехорошо запахло. Такой гадости, как будто я сейчас в больнице нахожусь. Какие-то медикаменты, какая-то химия неприятная, помимо этой свалки гребаной. Завоняло вот этим неприятным запахом. Это кто-то из заводов макеевских, какую-то гадость под вечер, под шумок, так сказать, выпустил из своих труб. Вот этот дым уже рассеивается. А вот здесь вот, конечно, видно плоховато, вот как будто дымок какой-то. То есть непрозрачность видно, а какой-то дымок. Это вот этот дымок вот этот неприятный запах и создает. Не знаю, какая сволочь запалила, что-то подожгла, но это все очень плохо. У нас комары летают, соловьи поют, кукушки. Ну, на Пасху зато явно дождя не будет. Хотя всем известно, что на Пасху всегда идет дождь. И передавали дождь. Вот не знаю, почему, каким образом связана погода и атмосфера с этим праздником. Ладно, я думаю, зато дождя не будет. Хотя обычно, как положено, всегда идет дождь рано утром. Все намокшие прутся в церковь, в Пасхи святить. А тут дождя не будет. Вот, и... что тут еще сказать? Возможно, из-за того, что климат меняется. Возможно, из-за того, что мы его меняем. Не знаю, дождя не будет. Что тут еще можно сказать? Что можно сказать? Пасхи я люблю кушать, но в церковь я не хожу. Чтоб не замаливать грехи, просить прощения, лучше не грешить. А рая и ада не существует. Вот что я думаю по этому поводу.